Всем привет! Сегодня утро, 27 июля 2022 года. В 7 утра проснулся от того, что в окно почувствовал проникающий запах гари. Весь горизонт, все небо затянуто дымом. Сейчас безветренная погода, поэтому сказать точно, откуда этот дым идет, трудно. Ночью был дождь. Удалось мне немного набрать воды. Но совсем чуть-чуть. Поэтому как-то удивительно. Сказать бы, что загорелись леса. Но все было сырое. Дождь мог бы потушить. Где-то примерно с половины 12-го, с 12 ночи. Упала гаубица. Это были единичные выстрелы с интервалами, может быть, в 10-15 минут. Часам к 3 все это прекратилось. Сейчас тихо, не слышно нигде ни канонады, ни выстрелов. Единственное, конечно, вот эта гарь. Везде, везде, везде. Что может быть интересно еще местным жителям? Вчера прошла информация по телеграм-каналам, что банкоматы будут заправляться теперь дважды в неделю. В четверг и во вторник. Как раз вот в прошлый четверг я и видел сообщение о том, что банкоматы заправлены. Вот, но снимать было пока нечего. А когда пошел я в пятницу, в субботу, в воскресенье, в понедельник, уже снять было невозможно. Люди тоже стояли и ждали. Поэтому кто в городе, кто снимает пенсию, может быть, передайте этим людям, что банкоматы будут вторник-четверг заправляться. И по моему опыту знаю, что это время обычно 12:30 час обеденное. Поэтому, если кому-то надо снять деньги, то во вторник или в четверг можно там к 2 подойти. Я думаю, будет шанс деньги получить. В целом больше никаких новостей нет. Все, что будет происходить за день, я обязательно сообщу дополнительно. Всем желаю хорошего дня, мирного неба. Желаю, чтобы этот дым рассосался. И причина, чтобы его была как можно более невинной. До встречи.